Работы по строительству подстанции «Бравуха» в микрорайоне Новополоцка стартовали в марте этого года. На данном этапе построено более 3 километров воздушных линий электропередачи и сама подстанция. Открытое распределительное устройство напряжением 110 кВт, трансформатор и распределительное устройство 10 кВт. На строительство потрачено более 8 миллионов белорусских рублей собственных средств «Витебскэнерго». Генподрядчиком выступало предприятие «Западэлектросеть-строй». Подстанция «Бравуха-1» 110 на 10 кВт. Строилась для повышения надежности электроснабжения потребителей микрорайона Бравуха-1, для обеспечения их категорийности, для повышения качества электроэнергии, поставляемой потребителям. Подстанция «Бравуха» введена в эксплуатацию в сентябре этого года. На данном этапе работы продолжаются. Ведется строительство кабельных сетей к существующим. В декабре этого года кабельные линии планируют сдать, и потребители микрорайона Бравуха будут запитаны от новой подстанции. Ранее жилой фонд микрорайона и промышленные объекты обслуживала подстанция 35 кВт «Бравуха». Старая подстанция запитана от линии, протяженность которой составляет 20 км. При возникновении аварийных ситуаций «Бравуха» оставалась без света. Естественно, электроснабжение было не столь надежным, и при каких-то повреждениях на данной линии приходилось перезапитывать по связям 10 кВт, которые в полной степени не обеспечивали требуемую мощность этого микрорайона. В следующем году еще 3 кабельные линии будут проложены от подстанции «Бравуха». Помимо данного микрорайона, новая подстанция будет обеспечивать электрической энергией ближайшие населенные пункты, расположенные вплоть до границы с Верхнедвинским районом. В будущем полоцкими электросетями запланирована реконструкция 2 подстанций Новополоцка. На одной из них установят 2-й трансформатор в связи с расширением границ города. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.